Дан Стар 6-го заезда, второй гид приза имени ипподрома Акбузат. Бег Павел Корунд. Бобровки. Кипучий. Замыкает Паневежис. Вперед вышел Кипучий. В спине Паневежис и Корунд. Бег ведет Кипучий. Во второй шеренге с бровки Паневежис, полем Корунд. За 30,3 секунды пройдена первая четверть дистанции. Участники второго гита проходят перед трибунами. Бег ведет Кипучий. На втором месте Корунд, замыкает Паневежис. Кипучий, Корунд, Паневежис подходит к отметке второй четверти дистанции. Бег ведет Кипучий. За 30,1 секунды пройдена вторая четверть дистанции. Впереди Кипучий. На второе место вышел Паневежис. На третьем месте Корунд. Бег ведет Паневежис, на втором месте Кипучий, на третьем Корунд. В таком порядке участники проходят третью четверть дистанции. За 32 секунды ровно пройдена вторая, третья четверть дистанции. В борьбе Корунд и Кипучий. Участники шестого заезда второго гита приза имени ипподрома Акбузат выходят на финишную прямую. В борьбе на финишной прямой Корунд и Кипучий. Корунд выходит вперед. Корунд выигрывает второй гид. На втором месте Кипучий. На третьем финиширует Паневежис.